Привет, девчонки! Родительский привет вам из удаленки! Подошли к концу мучения ваши. И педагогов, конечно, и наши. Примите поздравления, мы на позитиве. Справились все дружно. Ведь мы же креативе. Споем и спляшем, киркою помашем. Душою мы верим, что это время ваше. Верим в старания ваши и наши. Мы красивы, а вы еще краше. Вам желаем удачи. По пустякам не плачьте. Занимайтесь спортом и с этим не спорьте. Карантин не помеха. Ему ответим смехом. Мы вместе сильнее, крепче, бодрее. Каникулы вас ждут. Летняя жара. Пора закрыть компьютеры. На улицу пора. Мы с вами этим летом пойдем и в лес, и в горы. Айда. Кому-то повезет, и он увидит море. Мы очень все надеемся, что эти дни пройдут не зря. В 7-м мы классе встретимся в начале сентября. Привет, девчонки! А что вы как девчонки? Ты отходишь, а потом... Привет, вам из удаленки. Я не буду ходить, я буду наезжать камерой. Ты не хочешь ничего делать? Ну попробуйте вдвоем сказать. Давай, Натя. Вам желаем удачи, папа. Так она ближе. Сережа, сядь к нему. Сережа, не бойся меня, я не кусаюсь. Да, он к Юре меня прижимает. У меня карантин не помеха. А ему ответим смехом. А я забыла, что он говорит. Пишу. Отлично пишу. Бля. Мальчики стратили, как всегда. А вы, вот, да вот вы как-то вот в разнобой. Девчонки потому молодцы. Потому что рядышком стоять. Я поставил чурки. Звонок застрял.